Ночь костров. Харви Вайнштейн сгорел на костре в Эдинбурге. В ночь Гая Фокса британцы решили сжечь куклу голливудского кинопродюсера. С особым энтузиазмом каждый год они прощаются с чучелами медийных персон. Выбирают самых провинившихся. Профессиональные дизайнеры готовят огромные ростовые куклы. Десятки людей занимаются установкой. Харви Вайнштейн, похоже, был самой скандальной фигурой. Во всяком случае, таким его выставляют все СМИ. Так что, видимо, он заслужил появиться на сегодняшнем мероприятии. В октябре вокруг Вайнштейна разгорелся громкий секс-скандал. Его обвинили в домогательствах сразу более 50 женщин. 65-летнего продюсера уволили со всех постов, которые он занимал.